Что делать? Они ломают твой дом! Они ломают твой дом! На! Алло! Алло! Мама кричит, она мне монитор сейчас разобьет. Зачем ты его разбила? Потому что застал меня уже своей игрой, своей... А как я теперь буду... Не знаю, как хочешь. И глядь. Не грызай. Нет. Не грызайся со мной. Научись говорить, а потом уйдет его сюда. Деловой. Ладно, давай. Ты погляди на него, умный какой. Все. Пока. Всем привет, дорогие друзья, с вами Седжо. И я хочу снимать дальше новый антигрифер шоу. Я добавил чувака в скайпе, давайте не будем ждать. Времени мало у всех, мы все мало живем. Живем мы всего лишь 80 лет, а то и может завтра умрем. Вот минус на минус дает плюс, это бежит плюс. И сейчас я буду звонить, владелец. Тихо, аккуратно, владелец, он не должен нас видеть. Сейчас я буду звонить чуваку. Кстати, заходите на сервер. Там я сижу как бы всегда на том стульчике. В общем, сейчас буду звонить ему, я уже добавил его. Сейчас. Минуточку. Кто возьмет трубку, тот мудак. Чтобы зайти в игру, жми. Алло. Алло. Привет. Здорово, как дела? Нормально, а у тебя? У меня нормально. Тебя как зовут? Дядя Петя. Что-то по голосу ты на дядю не особо похож. Ну, мне 10 лет. А, 10 лет? В 10 лет дядя уже? Да. Да? Слушай, я тебе что пишу? Мне жить негде, понимаешь? Я хожу только в трусах по дому. Здесь, по спавну. А мне жить негде. Ты написал, что приютишь меня. Я тебе вот скайп написал, добавил ты. Ты не наврал мне? Ты можешь приютить? Да, могу приютить. А ты где живешь? В каком доме? Далеко. Далеко это как? Какой дом тут у тебя? Там. У тебя там... У тебя есть алмазы, не знаю? Да, есть. А ты грифер? Нет. А, ты не грифер? Ну хорошо, а то грифера не люблю, они всегда убивают как. У тебя нет... Сейчас я в чате напишу. Один. Один? Да, один. Один. А, вот, да? У тебя ник... Один... А... А, сейчас. Один... А... 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 А, 1-1-1, это твой ник, да? Да. Да, стой, я пишу кол тогда. Пиши. Вот, я кол написал, давай, я нас спавню. Привет, Сепч. Привет. О, привет, здорово. А, во, у тебя, ну вот, у тебя алмазная броня, слушай. А, у тебя сколькиэтажный дом, погоди. Двухлитий-матный. Чего? Двухлитий-матный. Чего? Двухлитяжный. Двухлитяжный? Да, двухэтажный. У тебя же три этажа здесь. Как же он у тебя двухэтажный? А, это не считается. А почему он не считается? Потому, выйди отсюда. А, выйти? А почему я не могу здесь быть? Тут что-то секрет? Выйди отсюда. Да выйду, все. А то забаню тебя, понял? Ты админ, что ли? Да. Почему? Потому. Ну хорошо, я тебя понял. Смотри, вот это мои лисюльсы. А да как я посмотрю? Я же не могу открыть. Пиши в приват. РГ, как там? РГ, Эдовнер. Название региона и мой ник. Давай, хочешь, я посмотрю, какой у тебя здесь регион даже. Ты сам, РГ инфо. Ворон, ты назвал его Ворон? Волен. Ворон. Волен. 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 Ну. Вот, я тебе добавил. Добавил? Добавил. Могу смотреть? О. Да. Не трогать. Ты что, ты же сам сказал посмотреть. Я тебе сказал не трогать. Ты сказал посмотреть сам. Я тебе сказал не трогать. Ну не трогать. Да я горю, погоди, надо съесть что-нибудь. Мне по валябану, галишь ты или нет? Да ты не надо, за что ты убиваешь? Ты ресурсы твои нужны. Ты нахрена убил ты меня, я ничего не сделал. Не ори, не бомби. Зачем ты меня убил? Ты меня убил зачем? Тебе 9 лет, а мне 12. Ты какой 9 лет мне? Ты что несешь? Ты мне. Бля, у меня морковка. У меня были ресы, верни мне ресы. Какие ресы? Ты че о чем? Я не понимаю. У меня ресы были, у меня морковка была. Я морковку, я крольчат разводил. Как Владимир Вольфович Жириновский. Ты больной что ли? Ну верни ты, пожалуйста, ресурс. Зачем ты меня убил-то? Я тебе кол пишу, да верни. Нет, не верни. Я тебя прошу, пожалуйста. Я тебя сейчас удалю из легиона.
Да погоди, не удаляй из региона, погоди! Ре-ле-мовы. Да погоди, верни ресурсы. Слушай, я сейчас админа буду жаловаться. Я тебе серьезно говорю, я сейчас админа жаловаться. Твой дом снесут. Пожалуйста, верни мой дом. Ой, ресы мои. Все, я тебя... Ах ты, спадля, кто меня убил? Я тебя из его легиона своего удалил. Собака. Ты больной, что ли? Нет, я не больной. Меня кто-то убил. Я не знаю, кто тебя убил. Ты верни мне мои ресурсы. Я на спавне стою. Ты где? Это мой дом. Я тебя не верну. Иди в баню, а? Ты знаешь, что здесь есть такая команда, называется бэк. Я могу телепортнуться там, где я был. Вот я у тебя дома. Я тебе не разрешал ко мне телепортироваться. Пусти в приват обратно. Ты зачем ты меня убиваешь-то? Я скрины делаю. Ты меня убил. У меня есть... Ты плёс, замолчи. Тить. Всё. Ты напросился. Я пишу админам. Ага. Удачи, Хиля. Я пишу админам. Кто мой дверь... Кто мой дом заклеил? Твой дом кто-то заклеил? Заклеил, да, заклеил. Ничего не знаю. Так, все, молчи, я не тебе говорю. Ты с кем разговариваешь? Ты дурак, что ли? Ты грифер, ты зачем? Я не грифер, я не дюляк. Я тебе сейчас дюляка морду набью. Ты дурак, что ли? Слушай, у меня есть прекрасная идея. Я сейчас напишу админам. Напиши, а я скажу... Я просто админам пишу. Не писи. Че ты дурак какой-то? Не писи. О, боженька, помоги, чтоб меня не заглифили. Помоги. Да, чтоб меня пишу. Не заглифили. Все, помоги. Сейчас. Помоги. Меня заглифили. Помоги. Помогите. Да. Меня заглифили. Да. Сейчас я пишу админам. Сейчас все будет. Админы, услышьте меня. Это он меня грифилит. Услышьте меня. Сейчас все будет. Не слушайте его, этого чуть-чуть маленький. Ага. Али-мани-мани. Да-да-да. Глядя, чувак, я тебе дам лес, если ты мне дашь 250 тысяч миллионов. Что тебе дать? Ай, что у меня тлягает. Ой, смотри, все на варп-грифер, тут грифер и съемка. О, варп-грифер. Смотри, тут грифер и съемка, что такое? Тут... Тетям. Кто-то, смотри, грифер? Говорят, какой-то грифер есть, я к нему телепортируюсь. Тут много людей, что происходит? Тут много людей. Оля. Что делать? Они ломают твой дом. Они ломают твой дом. Они ломают твой дом! Сейчас. Что с домом? Что у тебя с домом? Что у тебя с домом? Все на варп, грифер, тут грифер и съем. Что происходит? Где? Уйдите. Что у тебя с домом? Тут у тебя что-то с домом, я не знаю, игроки ломают. Уйдите, нет! Меня не убивайте! Нет! Это ты, да? Нет, это админы. Это ты? Это админы. Зачем? Я не знаю, это админы. Зачем? Не надо. Хочешь наблюдать? Идите в баню, а? Смотри, наблюдай. Ой, ты еще взлетел. Я меня сюда телепортнул. На! Слушай, я, кажется, тебя сейчас забанят. Слушай, от твоего дома ничего не осталось. Все. Слушай, мне все. Админы говорят, что тебя банят. Нет! Че, нет? Кто меня забанил? Кто? Я не знаю, кто тебя забанил. Что мне делать? Я не знаю, что тебе делать. Все, нет твоего дома больше. Мне просто смс-ка на телефон сейчас пришла. Вот это. Кто? Ты где? Ты куда пропал? Ты что? Ты делаешь? Алло. Что ты делаешь? Это... Тебя мама ругает? Что такое? Не пойму. Алло. Ты меня слышишь, да? Да. Тебя кто-то кричит там на тебя. Мама кричит. Она мне монитор сейчас разобьет. Ты почему балуешься? Я не пойму, а? Мама. Что, мама? Зачем ты его разбила? Потому что застал меня уже своей игрой, своей... А как я теперь буду... Не знаю, как хочешь. Играть. Будь без игры. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Не грызайся со мной. Почему? Потому. Почему? Что ты играть не умеешь. Не мой. Почему? Научись говорить, а потом идёшь куда-то.
деловой. Ладно, давай. Ты погляди на него, умный такой. Все, пока. Пока. Давай. Не плачь. Стой, что ты плачешь-то? От дома ничего не осталось. Поэтому, друзья мои, всех жду на сервере. Всем привет. Заходите, IP в описании ролика. Заходите. Чувак делает что-то очаровальное. Ну, не будем мешать, он что-то делает. Мы все здесь дружим. Поэтому... исчез. Всех жду. Пиу.